Деятельный, неравнодушный и волевой. Это о нем, о депутате Государственной Думы Сергее Пахомове. Экс-глава Сергиево-Посадского района в 2016 году пошел на повышение, но свою малую родину не забыл. Сергиев Посад должен измениться в лучшую сторону и стать поистине жемчужиной не только Золотого кольца России, но и всей страны. Такого мнения придерживается Сергей Пахомов. Вопросы с пенсионным фондом, с расширением музея, вопросы, что будет на месте, там, где планировалось построить хранилище для нашего музея. Это все вопросы сегодня находятся в проработке, но я вас уверяю, что идеи есть, но все они подвержены концепции следующей. В центральной части города должно быть удобно отдыхать в первую очередь местным жителям. Во вторую очередь должно быть куда сходить туристам, то есть точки притяжения тоже должны появляться. Крупные объекты, такие как Ледовый дворец, областной центр материнства и детства, все это появилось в Сергиевом Посаде не без деятельного участия Сергея Пахомова. На очереди строительство больницы в Хотьково и завершение западного объезда. И этих объектов в районе ждут уже не одно десятилетие. Некоторое время назад Сергей Пахомов стал инициатором публичного обсуждения, а уже в июне этого года депутат Государственной Думы презентовал концепцию развития. Каким же быть Сергиеву Посаду и окрестностям, по его мнению, через год, два, пять, десять, двадцать лет? Вся концепция – это 2500 документов проработки каждого божьего направления жизни города. Все это сложено вот в некий презентационный материал. То есть, когда говорим о концепции, это не 300 страниц этих красивых альбомов. Это все-таки причем документы. Причем с учетом рельефа местности, ландшафта, это все, даже это, температурного режима. Это все привязано на место. Более того, у этого есть сравнение нескольких возможных вариантов и объяснение, почему выбран именно этот. Молодой политик на достигнутом не собирается останавливаться, просто не привык. Поэтому есть шанс, что уже в ближайшее время мы все увидим обновленный Сергиев Посад, который станет лучшим городом Земли. Чего мы, собственно, и желаем Сергею Пахомову, да и всем нам.